Топ-500 – это рейтинг ректора, который формируется по итогам учебной и творческой деятельности студентов. Консультативный центр существует в ЮРГУ уже 4 года. Здесь ребятам помогают развивать свои лидерские качества и делать первые шаги в построении карьерного пути. В этом году сотрудники Топ-500 разработали принципиально новые методы работы со студентами ЮРГУ. В принципе, рейтинг в этом году представляется таким допуском студентов до основных возможностей вуза. Будь то оздоровление, будь то претензии на стипендии администрации губернатора, на, в принципе, какие-то повышенные стипендии. То есть сейчас, когда комиссии будут определять, какую надбавку там дать, они будут смотреть, прежде всего, на уровень достижений студента. В какой области, какие посты он занимал, какой опыт работы, практики есть, все это в анкете отражено. Специалисты центра оценивают личностные и интеллектуальные возможности участников программы при помощи психологических тренингов и деловых игр. Такие тренинги, например, направлены на самопрезентацию при приеме на работу, на умение работать в команде, развивать свои лидерские, организаторские качества и, в принципе, все, что касается личностного роста. Плюс каждому участнику мы предлагаем индивидуальные психологические консультации, коуч-сессии, и все, что касается его личности и профессионального развития. Зачастую в ТОП-500 ЮРГУ обращаются работодатели с конкретной целью – отобрать лучших кандидатов на имеющиеся вакансии. Такая схема трудоустройства студентов нашего университета успешно функционирует на протяжении всех лет работы центра. Уже обучаясь на 5-м курсе, мне звонили работодатели. То есть это даже не мой поиск был, они звонили и предлагали работу. Значит, уже дипломную работу я прислал на предприятие, именно на электромашине. Как раз это было некое такое связующее звено – именно рейтинга и меня как студента. Следить за обновлениями рейтинга ТОП-500 можно на официальном сайте консультативного центра ЮРГУ.